Виолетта и Максим танцуют вместе около года. Пара занимала первые места на конкурсах в Анапе и Краснодаре. Занимаются в городском театре. В этом году пара получила специальную премию главы города. Именно вот тут, вот в Анапе, в ГДК, тут есть хорошие залы, можно потренироваться. А именно в Анапе можно после тренировки пойти на море, отдохнуть, по набережной сходить куда-нибудь. Ну, мне нравится в Анапе быть. Это очень приятно, престижно, я так считаю. Я горжусь девочкой своей. Очень много достижений, много вложенных нерв в тренировки и в турниры. Всего в этом году премию получили 74 юных жителя Анапы, на счету которых спортивные победы, дипломы лауреатов всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, а также отличные успехи в учебе. Это дань уважения нас, взрослых, к вашим достижениям. Я хочу выразить искреннюю благодарность вашим педагогам, людям, которые нашли ваш талант и позволили ему раскрыться. Сегодня в Анапе действуют 10 спортивных школ и 101 творческий коллектив. По словам главы города, вместе с нынешними лауреатами премию получили более 530 молодых талантов. Я уверен, что из этих людей в будущем будут вырастать достойные граждане Российской Федерации. Люди, которые, я повторюсь, будут прославлять Анапу своими достижениями, своими добрыми делами. Как рассказала Виолетта, в планах пары стать мастерами международного класса. Первые шаги для этого уже сделаны. Премию же девушка намерена потратить на новый танцевальный костюм. А Максим копит на мобильный телефон, чтобы быть всегда на связи.